В России наступила студенческая весна. Под таким названием в начале марта по всей стране стартовал молодежный всероссийский фестиваль. Он проходит на конкурсной основе и состоит из нескольких этапов. Его участники – это творческие студенты, начинающие певцы, танцоры, театралы и артисты. По этому поводу 3 марта в областном молодежном центре «Химик» в рамках регионального этапа прошла творческая встреча «Весна на старте», которая и стала презентацией студенческой весны. На протяжении многих лет одно общее дело объединяет творческую молодежь всей страны, помогает реализовывать свой потенциал, учиться понимать искусство и ценить красоту. На встрече омские ребята с неподдельным интересом демонстрировали все свои творческие способности – пении, вокале и танцах. Это и помогло узнать друг друга поближе. Ведь в мае самые талантливые поедут во Владивосток, где состоится главный всероссийский фестиваль. Ехать туда – это значит еще побывать в этой нереальной обстановке, крутой. Это действительно, ты чувствуешь себя частью этой большой атмосферы, такой дружелюбной. Ну, это непередаваемое ощущение, эмоции. Это очень круто и очень классно. С 30 марта по 1 апреля в молодежном центре «Химик» будут проходить отборочные туры. Имена победителей назовут 8 апреля на гала-концерте.